Серега, а в какой компьютерный клуб поедете? Я с друзьями подъеду и кидаю тебя в будку. Ну ты, блядь, вообще-то подъедешь с друзьями, я тебе так скажу, нахуй. Не надо подъезжать. Ладно. Да, вот так вот могу. Ну мяу, мяу, блядь! Да чё вы за клип кидаете? Я понять не могу, блядь. Вован спрашивает, когда в Красноярск. Не знаю, не знаю, чатик, не знаю. Ну пусть мне напишет в ЛС. Чего, блин? Интересно, а что если бы среди всех желаемых подарков можно было бы получить абсолютно любой? Теперь это возможно. Real Drop — это абсолютно новый формат кейсов. Только посмотрите на эти шедевры. Теперь ты сам выбираешь, какой предмет тебе выпадет. Нажимаешь стрелочку влево — получаешь аркану. Нажимаешь стрелочку вправо — забираешь ДК-хук. Все зависит только от тебя. Ссылочку на сайт и бонусный промокод на 15% к пополнению баланса я закрепил в комментариях. Ладно, дизреспект Пьюру за Counter-Spell 3. Блин, какой же он был... Вот реально, вот он серьезно считает, что, блядь, он гений, который придумал кайлы в 3, и теперь он будет, блядь, любой скилл в 3 оставлять. Он понимает, как этот скилл скелится между 4 и 3? Насколько огромная разница между ебучими двумя атрибутами и 3 секундами КД Counter-Spell'а и 10 сопротивления к магии? Какой же он вообще... Это реально, это реинкарнация, блядь, в тюна. Но не в сильной степени, я так скажу. На, бля! Вы, б***ь, ранг 1400, бля. Что это за... Чё, в соло, что ли? Я гранаты его убил. А, Ростик, здорово. Это вот твоя любимая Зиночка. Я уже не Зиночка. Как бы я сам очень скромный. Как тебя бы, Зиноч приколдес! Ты пойми, чел, боже, просто вот. Приколдес! Объясни, почему спасибо. Тебя да нет и кто? Спасибо большое. Больше. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Надо померить, да. Ой, булыжник в меди, парни, что делать? Магии нету, но это пизда! А, закройте ебану, все нормально. Уеби! Ай-я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 й. Не дай бы бог под взрыв этой песни в меня влетит баратрум. Я выхожу с игры на. Ребята, друзья мои, товарищи. Зачем БКБ в кучу контроля и БМ спектры? Лучше сатаник, потому что картинка прикольная. Потому что сатаник покупается. Хелп! Запиздите нахуй! Callus on it, getting very low, both of them, the Callus is gonna fall. Pickles needs to be so careful here, minefield comes out. Дать вам его, понимаете? Как тебе задница, Ивахи?
Оцени от 1 до 10. Важный... Парень, на 10-й минуте активку законтрольте, пожалуйста. Watch it. Get a bit caught up here. That's all that. Ломал. Ты пил пиво? Я не пил пиво. Я чё, идиот? Ты пил пиво или нет? Глеб, я не пил пиво, я ж не еб... Давай сделаем так, если я при этом увижу хотя бы одну банку, все эти банки окажутся у тебя в жопе. Подожди, ты хочешь сказать то, что мне 11 бутылок засунуть в жопу? Я что, по-твоему, дебил? Да. 7000 рейтингов. Сиськи матери твоей царапал, говорю. Не 7000 рейтингов, говорю.